Всем привет! Сегодня смотрим еще одно живописное водохранилище Белогорского района. Это Балановское водохранилище на реке Зуя. Вот уже мы можем видеть, что переток не осуществляется. И вообще в этом водохранилище довольно мало воды. Общая емкость 5 миллионов кубических метров, и сейчас запас около миллиона, даже меньше. Кстати, правильно говорит Балановское водохранилище, ну типа село Баланово, это населенный пункт, где оно находится. Создано было в 1974 году для орошения сельхозземель. Ну, объем уже, как я говорил, 5,1 миллиона кубических метров, площадь водного зеркала 41 гектар. Плотина водохранилища земляная, высотой 35 метров, длиной 358 метров. Имеет прямоугольную форму, точнее форму близкую к прямоугольной. И протяженность водохранилища 2,5 километра. Глубина до 28 метров. Лучше всего, конечно, здесь бывать, когда летом, когда все зеленое, потому что сейчас это промежуточная пора, переход от зимы к весне. Вот, несмотря на то, что апрель, еще на деревьях листьев нет. Когда будет все зеленое, вокруг будет очень крутой вид у него. И действительно, оно может потягаться с Горлинским по живописности. Пока Горлинское круче, как я считаю.
На этом у нас все. Такой совсем короткий обзор. В принципе, показал вам Балановское водохранилище. Тоже очень красиво. Но сюда надо будет вернуться летом, когда вокруг будут зеленые деревья. Ну, посмотрим. Оно вроде как наполняется, но не сильно активно. Посмотрим, как будет там через месяц. Еще заедем сюда. На этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку канала. Всем пока.